Привет, друзья! Канал «Звезда» начал показ многосерийного проекта «Тыл», посвященного военным заводам России. Публикуем эпизод с этого проекта со сборкой танка Т-90М «Прорыв» на танковом заводе «Уралвагонзавод». Полную версию вы можете посмотреть на канале «Звезда». Сейчас завод работает в 3 смены, 7 дней в неделю. Производство танков Т-90М «Прорыв» растет. Постепенно они вытесняют с конвейера модернизированные танки Т-72Б3. Количество произведенных танков не сообщается. В видео показаны эпизоды сборка танка Т-90М «Прорыв», его трансмиссия, собираемая на заводе, установка башни, автомата заряжания танка карусельного типа. Танк Т-90М «Прорыв» постоянно модернизируется. Его уже усилили на носовом донном щите дополнительной броней для защиты от мин, добавили динамическую защиту на башне, улучшили лобовую защиту. Говорят, что уже есть новая трансмиссия. Не всегда официально сообщается об улучшениях. Каждый танк проходит испытания на заводском полигоне. Показано будет в конце видео. Основное вооружение танка Т-90М – гладкоствольная 125-мм пушка. Дальность стрельбы орудия бронебойными, кумулятивными и подкалиберными боеприпасами составляет 4000 метров, управляемыми ракетными боеприпасами – 5000 метров, а осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории – до 10000 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.